Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня в Roblox 100 VR Battles я хочу затестить просто одних зедов. Хочу посмотреть, на что способны 4 зеда, только одни они. Давайте глянем, что у нас получится. Так, вначале мы поставим, кого мы поставим? Давайте поставим Табера, пускай он здесь где-то вот так, кучкой стреляет против них всех. Окей. Дальше я поставлю, наверное, флеймера. То, что флеймер, чтобы их здесь поджигал. Табер их, короче, снимает им по двоечке и стреляет сплэш уроном. Главное, чтобы вот этот сейчас товарищ пробежал. А, давайте мы поставим джипа еще. Где мы? Куда будем ставить джипа? Рецкий. А, вот туда внизу. Пускай катится. И сразу же, кстати, его и апнем. Пускай он будет апнутый у нас. Так, давайте глянем, что там у соседа происходит, кем он играет. Играем мы с Ярославом. Дружище, тебе привет, это мой подписчик. Так. А что, у него тут тоже все нормально. У него джипы, короче, он тоже джипами пока. А, и фермы у них. А я, кстати, играю без ферм. Я решил попробовать затестить это все без ферм. Но зеды очень дорогие, будет очень тяжело. Но мы попробуем, как говорится, да? Так. Я хотел что сделать? Так, я его апнул. Да, я его апнул. Я хотел поставить флеймера. А флеймера мы поставим где-нибудь... вот сюда, в уголок, чтобы никто не уволок, чтобы он как можно больше их поджигал. Потому что флеймер очень хорошо справляется против медленных слоу зомби, которых по 16 жизней. Потому что очень плохо с ними справляется джип. Их идет очень много, а джип может всего только троих, практически четверых задавить. Ну что, 750. Вот, как раз и накопил. Сейчас он их всех подожжет, снимет им по десятке примерно жизней. И самое главное, он их еще и замедляет на 50%. То есть в пол раза они становятся медленнее. И пока они медленно идут, еще через этот забор, не знаю как он через забор, наш эльф как-то им нахлобучивает, он стреляет. Но самая моя главная цель, это конечно поставить 4 зеда и максимально проапать их, сколько смогу. Но без ферм конечно будет тяжело, потому что последний ап на зеда стоит 56 тысяч. И просто хочу глянуть, сколько волн смогут затащить чисто 4 зеда. Но до зедов я пока, конечно, тут буду и другими юнитами пользоваться, потому что он очень дорогой. Так, и что, сейчас моя цель, наверное, купить командоса. Поставим его сюда в центре и пару раз его апнем, чтобы он тоже видел невидимых. Потому что невидимых у нас давит пока только один джип. И все. Так, ну он их почти добил, по единичке осталось, и у нас у джипа сейчас получается двоечка отнимется, и у него останется 58. Все, у него осталось 58 хп, и мне осталось накопить еще 1000, так, 1800 надо, нет, мне осталось 700. Нормально, давайте глянем, как у соседа. Ярик, как у тебя дела? Так, у него две фермы, два джипа. И, по-моему, все. Пока больше ничего не вижу. Может, что-то где-то еще спрятано. Мог и не заметить. А то мне сейчас с внимательностью плохо, потому что я болею. Еще до сих пор не выздоровел. Так, ладно. 1200 у нас. Надо нам 1700. Все, нормуль. И почти 100 осталось. Нет, 1850 же стоит. Команда, точно. А 1850, еще буквально 100. 100 почти взяли. Вот этих шустрых, кстати, флеймер очень плохо поджигает, потому что они своими булочками очень быстро крутят. И, к сожалению, они не успевают загораться. Но зато вот против этих медленных, как я говорил, очень хорошо действуют. Сейчас еще и босса мы замедлим, да? Давай босса поджигаем. Все, он его замедлил. И у нас все, готово. Можно взять командоса и поставить его куда? А поставить... Так. А вот прям сюда я поставим. Так, и мне нужно будет апнуть его, наверное, два раза. Для того, чтобы он видел невидимых. Так, сейчас апнем на 650 его. И потом на 1100. И после этого, мне кажется, я уже смогу более-менее продержаться, чтобы поставить зеда за 5800. Но даже один зед-то ничего не затащит особенно. Прям вообще в одного. Когда их уже будет 4 штуки у меня, они будут более-менее апнуты, тогда я уже начну все это продавать и буду тестировать чисто одних зедов. Но вот как-то план такой. А Ярик будет играть с кем захочет. Потому что для меня самая основная задача — это затестить именно 4 зедов. Посмотреть, на что они способны. Из какого теста они сделаны.
Точнее, из какого металла, наверное, да? Это точно. Ну что, поджигаем. Поджигаем. И давайте мы апнем, кстати, за 650. Раз. Чтобы у него был обзор. Вот здесь мы уголок, конечно, маленько не захватываем. Надо было его повыше поставить. Здесь, видите, все равно пропадает этот обзор. Было бы вот так, но зато мы бы вот этот угол бы и вот этот захватили. Но за 1100 мы сейчас еще апнем. Сколько нам осталось? Да буквально 100, 102. Потому что никто не видит их, видите, никто не видит невидимых. Их только может сейчас джип задавить. Но джип с ними справится, это нормально. Вот он едет, у него еще останется 40. У них по 10, у него 60. Да, у него останется... А, я, кстати, могу сейчас быстренько, хоп, апнуть. Все, он сейчас их завалит, и у нас джип целый. Ха, все, я схитрил. То есть я апнул командосом на третьем уровне. Он начал видеть невидимых и их завалил. И джип у нас едет целехенький. И он лучше пускай вот здесь того. Ну, боссов попадает. Все, друзья, сейчас я буду копить 5800 на первого зеда. Поэтому мы маленечко ускоримся. Итак, друзья, я накопил 6000 уже даже. Давайте ставим нашего первого Зеда. Куда мы будем ставить? А, где-нибудь в центре, чтобы его все видели. Все, поехал. А, где наш красавец? Все, он поехал выезжать. Ну-ка, какой у него радиус? О, он нормально, даже с этой стороны закрывает. Так, 6000. Давайте возьмем второго Зеда. Куда воткнем? А, вот все-таки этому товарищу рядышком вот сюда. Все. Где он второй поехал? Вот они, два красавца едут. Два красавца. Так, у нас еще джипарик. Но это мы потом все продадим, да? Так, так, так. Что тут нахлобучивают? Пока все нормально. Так, и нам нужно накопить еще, получается, 12000 примерно на двух Зедов. Ну, еще 1010 осталось. И вот я только не знаю, мы будем апать либо их всех по очереди, каждого как бы по кругу, на первый, на второй, на третий, на четвертый, на пятый уровень, я не решил, либо проапать одного Зеда. Я, наверное, проапаю одного Зеда максимально, но ап на пятый уровень стоит 56 тысяч карл. Это очень дофига, но что делать? А тем более я играю еще без ферм, я решил поиграть без ферм. Так, для прикола, то постоянно фермы, 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 фарм. А тут все, будет 4 Зеда и все, больше никого. Так, ладно, мне что-то больше уже волнует, как там у соседа дела происходят. Ярик, ты там самое главное не слезь. Так, у него есть все нормуль, у него уже ферма 4 уровня, фазер, командос. И 1, 2, 3, 4 джипа и 4 фермы. И фермы на 4 уровень апнуты, все нормуль. Я думаю, будет все в ажуре. У меня 100 жизней, у него 49. Маленечко он потерял, конечно. Так, сейчас мне главное поставить еще одного Зеда, чтобы они совсем не ехали в кучке. То вот эти как бы едут в куче. Мне нужно, чтобы у них был какой-то интервал. 5000. И ставим. Куда? А, давайте вот сюда и поставим. Так, где они сейчас выйдут? Я, наверное, поставлю только тогда, когда они уже выйдут. Чтобы был максимальный... как бы такой сглаженный промежуток между ними, чтобы они все в кучке не ехали. Так, 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 этих они нахлобучат. Так, уже боссы у нас идут, мамочки. 21 волна. Ну что, товарищи, давайте выезжайте, я уже за это поставлю. Они едут каждые 45 секунд, по-моему, спавнятся Зеды. Так, 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 так. Жизни даже не могу посмотреть, сколько у них там. Так, вот он поехал первый, вот он поехал второй. Сейчас маленько подождем. Так, 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 так. Ну, наверное, до сюда не доедут примерно. И втыкаем. Все, вот так вот. Поехал третий. Все, третий поехал, вот хорошо. И мне практически уже хватает на 5800. Все, 5800 и ставим последнего Зеда. Куда поставим? Нет, точнее никуда. Мне, наверное, главное, когда они сейчас выйдут, чтобы все в кучке не ехали. Сейчас опять подождем. Вот поехал первый. Поехал второй.
Сейчас выйдет спустя, пока они до сюда доедут, поедет третий. И потом маленечко попозже поедет и четвертый. Давай, мой хороший, выезжай. Вот он поехал третий и четвертого. Также он сейчас, наверное, доедет вот до сюда. Я поставлю четвертого, чтобы как можно больше между ними был промежуток, чтобы они все в куче не ехали. Раз, два, три, четыре, пять. И куда его ставим? А, давайте вот сюда. Все, четвертый Z поехал. Все, четвертый Z пускай езжает. И как, кого мы теперь будем апать максимально? Давайте вот этого, наверное. Не, давайте самого первого. Кого мы поставили? Самого первого мы вот этого поставили. Вот он, самый первый Z. Ну что, апаем на 3600 его. И на 4400 практически хватает. Пока еще не хватает. Все, хватает. Теперь на меху 14200 нужно нам. И на пятый уровень нужно будет 56 тысяч. Это будет очень долго. Ладно, давайте глянем, как у соседа там дела. Ну что ж такое-то, запутался в проводах. Так, о, у него уже 4 фермы. Ну, конечно, мне будет тяжело. Нет, точнее, не то, что будет тяжело. Я уже знаю, точно я тут сольюсь. Потому что 4 из этого никак не справятся с войдом. Но я просто хочу посмотреть, на что они способны. Максимально, сколько мы можем продержаться чисто одними зедами. Так, у него 4 фермы, фазер уже 5 уровня. Все, я тут, в принципе, наверное, за него не переживаю. Мне теперь нужно переживать за себя. А то я постоянно переживаю за противоположную команду. Так, а давайте мы это продадим уже. Я продаю эльфа. Эльф нам уже не нужен. Так, а у нас... Они видят вообще хайден боссов? Мне интересно. Хайден боссов-то не видят зеды. Ха-ха, точно, хайден зо... А, боссов-то и не видят они. Ну, понятно, будем знать. Так, и я хотел продать еще... Кого хотел продать? Хотел продать патрулей. Патрулей мы тоже продаем. 14 тысяч, нет, пока не могу апнуть. Конечно, самое печальное, потому что они не видят хайден боссов. Если они их не видят, нам придется их только давить. А у них жизни очень много. Ну ладно, что делать? Так. Единственное, что надежда, конечно, когда они будут идти с обычными замаками, тогда они будут стрелять сплэш уроном и тоже его задевать. Только так, больше никак. Так, ну что, 14200 есть. Почти что есть. Маленько осталось. И бенчик. Все, есть у нас Z 4 уровня. Сейчас он скоро поедет. У него, по-моему, 2000... О, сколько у него? 2800, по-моему, что ли, будет жизни, если я не ошибаюсь. Пока этот еще едет 900. Нет, это пока еще 2 уровня. Либо 3, я уже не помню. Нет, это, по-моему, 2 уровня. Так, а где наш Z 4 уровня? Вот он. 2800 и 2600 у него, все верно. Так, ну что, а теперь... Будет долго. Будет долгий фарм на 56 тысяч. После того, как я апну первого зеда на 56 тысяч, тогда я уже продам флеймера. И после этого у нас останутся только одни зеды. А, подождите, у нас же еще командос есть. Ну ладно, командоса мы пока еще оставим. Иначе будет очень больно. Ну что, пошлите фармить. Ну что, друзья, накопил на первый ап 56 тысяч. У меня уже даже практически 60. Давайте, Void Walker. Апаем. Бенчик. И где наш красавец? Ждем. Наш первый Z 5 уровня. Так, 32 волна уже сейчас пойдет. G-скач. Просто G-скач. Не, самый G-скач, конечно, пойдет на 34 волне. Ладно, максимально будем апать остальных. Апаем. Ну, до 4 уровня не хватает, конечно. Но на 2 и на 3 уровень мы быстренько апнули. И как обычно у нас идут эти хайдены. А хайденов у нас никто не видит, кроме пока командоса. Поэтому я его оставил. Вот он, наш красавец едет. Z 5 уровня, черный. 7800 жизней. Ну, он уже понерфенный. Раньше было у него 8600, по-моему. Так. 7000. И вот этих он тоже всех задавит или не всех? О, у него еще 4000 осталось. Нормуль.
Так, этого мы задавили, этого тоже задавили. И тут в толпу, вот сюда, главное в толпу, он хорошо стреляет. По-моему, он по 40 снимает, я уже не помню. Своим сплэш своим уроном, пушками. Все, и развалился очень быстро. Так, ладно, апаем еще одного. На 4 уровень. И на 56 тысяч, я не знаю, я сейчас могу и не успеть-то накопить. Я думаю, даже мне нету смысла-то и продавать тут особо. Потому что если я сейчас продам и флеймера, он хоть их замедляет. И командоса, то очень быстро я сольюсь. Хотя, они особо так-то погоды и не делают на самом деле. Они же не апнут. Этот всего 3 уровня. А флеймер у нас вообще 1 уровня. То есть они особо погоды-то нам не делают. Ну ладно, давайте я их продам все равно. Так как мы хотели затестить чисто одних полностью зедов. Сейчас вот это еще максимально он попробует побить невидимых. Давай, 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 товарищ, я тебя продаю. 400 и 400. Ладно, все, мы продали тоже командирам. Все, у меня больше никого нету, правильно? Все, больше ничего не вижу. Я все продал, да? Так, ну что? Я не могу за 56 тысяч пока апнуть. Ба-ба-ба-ба-ба. Так. Нет, давайте я апну. Раз, два. И второго раза, чтобы у них было побольше жизней. Потому что иначе будет очень больно. Так, так, так. И этого за 14 тысяч. Можем, можем. Так, все, у меня все зеды 4 уровня. И один зед 5 уровня. И вот самая жесткая волна, я считаю, 34 волна. Самое главное сейчас попробовать затащить 34 волну. Смогут ли 4 зеда, 3 из них 4 уровня, а 1 5 уровня, затащить 34 волну? Если честно, я не верю. Но давайте попробуем. Хайденов мы вообще не видим, да? Но хотя бы он стреляет этим сплэшем. Так, 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 так. Воу, вот он красавец, 5 уровня едет. А, они этих-то он и не видит. Давай, 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 как можно больше хайденов задави, главное. Вау, у них жизни по 800. Короче, он сейчас сдохнет. О, нет, у него еще 2000 осталось, нормуль. Пока живет он. Так, больше хайденов нету? Нет, но зато идут вот эти толстосумы. По 3200 их большая куча. Ну что? 34-ю? Нет, мне кажется, так и не затащим. Вот еще этот шустряк идет. Мамочки, у него 8200 жизни. У него еще ножик в голове торчит. Ну что, ничего я не могу апнуть больше. Совершенно ничего не могу. Потому что нужно 56 тысяч. И что, вот эти сейчас дойдут? Нет, товарищи? Мне кажется, дойдут. Короче, зеды, я так понял, способны выдержать только до 34 волны. Дальше уже будет очень тяжело. Либо эту сейчас затащим еще. Я не знаю, есть шанс, кстати, да? Так, 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 вот этот толстый. Но самое главное теперь вот этого товарища. У него 8000 жизней. У него даже больше жизни, чем у зеда. Вау, все, уже так быстро умер он. Зед 5 уровня. Его, о, еще здесь их куча идет большая. Ладно, хотя бы нужно максимально быстро постараться апнуть. Сколько осталось? 7000? Нет! Так, а что там у нас у соседа вообще, как дела? Так, 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 так. О, да у него там тоже. Не, у него проблемки, но не такие большие, как у нас. Так, 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 так. Быстро, быстро, быстро. Осталось 2000. Есть, я успел апнуть зеда. И все, и у нас доходит босс. Босс доходит, 3000. Короче, 34 волна, это максимум, на что способны. О, нет, еще не способны. Или он дошел все-таки? Все, они пробежали, да. То есть 34 волны способны держать 4 зеда. Им надо в помощь все равно либо файзеры, чтобы бить толстых боссов и бить именно невидимых. Либо, ну, еще какие-то юниты в подмогу нужны. Например, на командир, кстати, можно было с командиром потом. Я, может, потом и затащу как-нибудь еще вместе и с командиром, чтобы он их усиливал. Радиус у них, чтобы был больше и больше был спаун. То есть они чаще спауниться начинают. Все, друзья. В принципе, я справился со своей задачей. Я хотел посмотреть, на что будут способны максимум 4 зеда. Но я, конечно же, знал, что Войда бы они бы точно не затащили. Это просто нереально. 4 зеда бы точно не справились. Все, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.